Друзья, всем привет, на связи Александр Кузин, это новый выпуск канала One Moscow. И сегодня мы решили вам показать такой классный, интересный, готовый проект. Локация всеми известная, любимая на фоне Шуховской башни, это, конечно же, Шаболовка. Мы сегодня приехали, чтобы показать вам проект Шаболовский Residence Hall от небольшого застройщика, который зашел в Москву и сделал такой первый яркий проект, который многие не верили, но который оказался мега успешным. Это как раз проект, который сегодня будем показывать. И сегодня мы как раз подсветим, покажем основные моменты, покажем лифтовые холлы, покажем апартаменты, виды из окна, поговорим с представителем застройщика и расскажем, естественно, про лоты, которые остались в продаже. Смотрите до конца, сейчас вам все покажу. Посмотрите, какой получился красавец. Такой действительно клубный, классный дом на Шаболовке в одном из самых московских районах, пропитанный московской атмосферой. Ведь рядом школа, которая занимает второе место в рейтинге. Вот она как раз, эта школа. Еще две школы находятся в 5 минутах ходьбы. Семейные московские покупатели облюбовали это место. Особенно те, кто здесь уже много лет жил. Здесь в районе практически ничего не строится, нет особенно конкурентов больших. Наш любимый проект Logos, он, правда, находится на начальной стадии, но уже на третьем этаже котлована, но тем не менее. Именно из готовых здесь практически ничего нет. Либо смотреть там проекты на Павелецкой, там ряд проектов, да, но это уже совсем другая локация. Либо есть там на Ленинском, либо уже центр. Локация очень такая пешеходная, да, то есть можно и до Тульской дойти, можно дойти 14 минут до парка Горького. Это очень такая классная тоже зона притяжения. Тут и молодежи будет хорошо, студентам, потому что огромное количество вузов, высшая школа экономики, еще ряд серьезных таких университетов. Тут хорошие школы, детские садики и очень классная инфраструктура. Рестораны, кафе, магазины, пожалуйста. Даниловская мануфактура находится недалеко. Поэтому вот совокупность этих факторов, она сделает проект достаточно успешным. На данный момент больше 80% квартир уже продано. И, наверное, одна из самых таких интересных фишек, о которой мы тоже еще позже поговорим, что это чуть не единственный проект в Москве, где вроде бы как апартаменты, но с возможностью прописаться. То есть, если вы покупаете здесь квартиру, апартаменты, да, то вы можете прописаться и, например, ваш ребенок может пойти в эту школу. Это очень такая редкая опция, потому что стоимость квартир в этой локации, она, скажем, чуть выше. Это клубный дом. Изначально было 90 апартаментов, сейчас с учетом объединений будет 56-55. Наполнение дома тоже очень классное. Фасад из юрского мрамора, дизайн Олега Клота, лифты ThyssenKrupp, система очистки воды и воздуха, white box, классный внутренний сад. Наполнение такое действительно премиального, хорошего клубного дома. Предлагаю пойти на стройку, мы согласовали эксклюзивно с застройщиком, что мы посмотрим апарты на нижних этажах, на верхних и покажем апартаменты с террасой с классным видом. В общем, будет интересно, смотрите до конца. Мы с вами попадаем в лифтовой холл с таким красивым панорамным окном. Здесь на полу натуральный мрамор, вот такие красивые панели в светлых тонах, натуральный травертин, пористый, прям настоящий, солнцоночка фактически. В этой зоне у нас два лифта. ThyssenKrupp, лифты уже запущены. Если вы там в ближайшие месяцы покупаете квартиру, практически сразу получаете ключи и можете начинать делать этот ремонт. То есть здесь уже вот можно посмотреть, физически прийти, как это все сделано, выполнено, потрогать руками. Это очень важно сейчас. Друзья, пойдемте покажу вам квартиру. Она находится на втором этаже. В ней 60 квадратных метров. Заходим, такой коридор. Это спальня. И пойдемте покажу вам большую кухню-гостиную. Посмотрите, она такая светлая, выходит как раз с угловым остеклением на Шуховскую башню, на школу. Классные окна Шуко открываются полностью. Французский балкон реализован вот в такой стилистике, на самом деле очень классно. Смотрится прям достаточно, с одной стороны, современно, с другой стороны, это прям так похоже на такую хорошую классику. Можно сделать большую кухню-гостиную, то есть там расположить кухню, да, здесь будет такая зона отдыха. Мне очень нравится, здесь такая классная атмосфера. Все вот эти вот улицы, да, летом, они благоухают зеленью. И очень высокий второй этаж. На данный момент эта квартира еще не продана. Сейчас ее стоимость 680 за метр и 41 миллион. Друзья, это соседняя квартира на втором этаже также. У нас 78 метров. Уже здесь две спальни и кухня-гостиная большая. Здесь также, как и в той квартире, три огромных окна. И окна выходят также на школу и в сторону сквера. А при этом, что интересно, эта квартира стоит на 2 миллиона дороже, чем та. То есть она стоит 43 миллиона. Здесь 78 метров. То есть цена за метр получается 550 за метр.
функционал больше на одну спальню. Та квартира с угловым остеклением была оценена чуть дороже. Также есть возможность их объединить, и у нас получится большая квартира с тремя спальнями, больше 100 метров. Это готовый дом. Здесь уже, видите, все подготовлено под отделку. Идеально ровные стены, сделана стяжка, выводы все. Это на самом деле убирает самые грязные работы. Да, вы можете достаточно быстро, там, за 3-4 месяца сделать ремонт. И уже, там, не знаю, весной, летом уже спокойно жить, наслаждаться, как раз все расцветет красивыми видами из окна. Мы поднялись на 8-й этаж, на самый высокий видовой этаж. Здесь у нас такая интересная квартира, есть 80 квадратных метров, две спальни. И пойдемте покажу кухню-гостиную с выходом на собственную террасу с фантастическим видом. Донской монастырь видно, Москва-Сити, Шуховская башня. Но самое интересное, я реально видел, наверное, больше 1000 разных классных видов, не только в России, но и в других там 30 странах, в которых я побывал. Но вот мне кажется, что это просто очень круто, это уникальный абсолютно вид Шуховской башни, и сквозь нее видно Москва-Сити. Когда, особенно вечером, будут гореть огни, это будет прям выглядеть вообще магически. Ну и сейчас это выглядит достаточно монументально и интересно. Друзья, если вы прямо сейчас ищете классную квартиру с террасой в готовом доме или просто хотите посмотреть какие-то интересные лоты, наша компания может подобрать вам самые интересные предложения на рынке в закрытых и открытых продажах, согласовать скидку, интересные условия, рассрочку, ипотеку, одобрить вас по новым программам, которых еще на рынке даже нет. В описании есть мой контакт, можно поставить видео на паузу, написать топ-5 предложений, и в день обращения наш брокер предоставит вам данные варианты. Действуйте! Для кого вообще может быть интересен Шаболовский? Можно смотреть тем, кто хочет купить готовое для себя, для жизни, потому что рядом большое количество школ. Уже сделан лайтбокс, да, то есть можно буквально за 3-4 месяца сделать ремонт и жить. Интересная фишка, потолки 3,15. Редкая опция, потому что в основном там 3,3,10, да, то есть вот такие прям высокие потолки, это сейчас редкость, правда. Здесь достаточно специфическая модель апартаментов с пропиской. То есть действительно, если вы покупаете апартаменты, вы получаете прописку, даже вот в ЕГРН-ке там вообще написано квартира. И вот школа, которая находится рядом, вторая в рейтинге московских школ, в нее спокойно может пойти ваш ребенок. Поэтому если вы сейчас именно думаете о семейных таких покупках, о семейной квартире, Шаболовский, на мой взгляд, он такой один из самых сбалансированных предложений по цене за метр, по готовности и по качеству строительства. Ольга, скажите, вот через вас прошло вот уже большое количество клиентов, да, фактически все клиенты, кто купили здесь квартиру, я так понимаю, да, они в ваших руках были как раз. Именно так. Почему этот проект, почему они покупали, какие вот были портреты, какие у них были привязки к этому месту? Вы знаете, на самом деле разные привязки, разные у них предпочтения были и разные мотивы. В основном, конечно, это семьи с детьми, поэтому у нас большинство приобретают под объединение. И можно смело говорить, что у нас дом клубного формата, потому что по факту будет 55-56 квартир. Действительно, такой камерный дом у нас в итоге получился. Большинству, конечно, нужны школы, которые напротив нас 57-я, к примеру, 1580 Примгату имени Баумана и лицей Воробьева Гора. Прекрасная транспортная доступность и для взрослых, и для детей. Абсолютно вся инфраструктура создана. И школы, детские сады, частные, билингвальные, государственные, школа Олимпийского резерва по плаванию, прыжкам на батуте, акробатике и боксу. Непосредственно близости. Ну, конечно, одно из точек притяжения – это парк Горького. 14 минут пешком всего до него, да. И с этой точки зрения, это, можно сказать, у нас район Новые Хамовники. Потому что там, на самом деле, дальше до парка Горького, а здесь вы попадаете в самую приятную часть парка. Также большой процент жильцов у нас из этого района, те, которые его любят, всегда здесь жили. Региональные клиенты были, интересно? Вы знаете, да, у нас, на самом деле, процентов 15 региональных покупателей. В основном это приобретали квартиры для своих детей, студентов высшей школы экономики, например, вот несколько квартир приобрели от нас 5 минут пешком, кстати говоря, она находится. Под инвестицию у нас никого нет. В основном для себя. Ну, это здорово, на самом деле, когда вот сейчас вообще это ценится, да, когда процент инвесторов минимальный, чтобы не было потом вот просто сплошные перепродажи, да, переуступки. Да. Я так понимаю, что у вас практически этого нет. То есть все, кто покупает, они уже там планируют ремонт. Именно так. Жизнь. Планируют ремонт, очень ждут ключи. Выдача ключей у нас до конца 2022 года. То есть дом на финальной стадии строительства, и уже в самое ближайшее время наши жильцы получат все ключи. Все в нетерпении, конечно, уже разработали дизайн-проекты. Еще важный момент –
все коммерческие помещения у нас распроданы уже больше года назад, и поэтому мы знаем, что у нас будет. У нас будет пекарня, кофейня, аптека и салон красоты. Все самое необходимое для наших жильцов. Я думаю, что они запустятся очень быстро. Уже дизайн проекта готовый, я видела. Очень красивые будут пространства в стиле нашего дома, дополнительные украшения нашего проекта. Я знаю, что на самом деле еще некоторое количество квартир осталось, да, вот какие остались метражи, может быть, там несколько вариантов, чтобы можно было там клиенту купить, и какие условия? У нас остались разные варианты. На самом деле, по любой запрос покупателя мы можем предложить минимально 41 квадратный метр, максимально 138 квадрата. То есть и под объединение есть слоты достаточно просторные, с двумя-тремя спальнями можем предложить. По условиям у нас 100% оплата, разумеется, стандартная. Рассрочки сейчас нет, потому что дом практически сдан. Ипотека в районе 10% годовых ставка. И, конечно, мы можем предоставить какие-то скидки. Делайте запрос, и мы по скидкам вас сориентируем. Если хотите готовый дом классный, да еще и с пропиской, то это Шабловский. Буквально 5 минут от Шабловского прошли и вышли на Серпуховской вал. Здесь у нас такая замечательная церковь, красивая. Вот здесь спокойно, тихо, можно с коляской гулять, наслаждаться. Дойти можем здесь до Донского монастыря и дальше до парка Горького. То есть даже вот такое наше неспокойное время, такие вот спокойные прогулки по Москве, они дарят на самом деле огромное количество эмоций. Спасибо, что досмотрели до конца. Это был, как всегда, Александр Кузин. И увидимся в новых выпусках. Пока. А я пойду прогуляюсь.